в целом состоит в том, чтобы организовать полный цикл переработки всех абсолютно лесных отходов. То есть если сейчас мы используем вообще по среднестатистическим процентам, мы используем это 30-40, то мы вообще в целом хотим сделать 80. Вся прибыль-то она остается в отходах. То есть мы хотим именно использовать не только 60% дерева, мы хотим использовать 80% дерева. То есть чтобы дерево не уходило там на дрова, еще куда-то, чтобы оно было полностью в деле. И несмотря на то, что бизнес только в начале, но уже сейчас мы сумели организовать две точки. Мы сумели организовать непрерывный поток, то есть поставщики, покупатели. Ну, мы сумели приобрести одно оборудование, сейчас мы приобретаем второе. Я считаю, что этим тоже можно гордиться. И на сегодня штат составляет 5 человек. Я считаю, что для студенческого бизнеса это тоже хороший результат. Ну, сверхзадача – это, конечно, организация полного цикла производства европоддонов мы бы хотели. И, конечно же, мы бы хотели организовать производство палетов, хотели бы прессовать опилки. Ну, это, конечно, будущее, но на сегодняшний момент первый этап сделан. Ну, а я думаю, в любом деле самое главное – это первый шаг. Вера в себя – это, наверное, ключевой фактор успеха в любом деле. И я считаю, что на данный момент очень многим молодым людям этого не хватает. И, наверное, самое главное, что делает этот конкурс – это дает вот это право почувствовать, что ты есть и ты можешь на сегодня что-то делать.